Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и приветствую вас на своем канале. И сегодня мы продолжаем изучение чешского языка. Сегодня уже второй урок. И мы продолжим разбирать с вами самые основные, самые базовые слова, из которых будет строиться дальше ваша речь. Это такие слова, без которых вы просто не сможете идти дальше. И в этом уроке мы продолжим это изучение. Поэтому, если интересно, усаживайтесь поудобней. Поехали! Хотите изучать иностранный язык, но не знаете, с чего начать? Ешка – это отличный ресурс для этого. Изучайте польский, английский или любой другой язык, который пожелаете. А также скачивайте первый пробный урок абсолютно бесплатно. Ссылка в описании под видео. Ну что же, начнем с самых основных слов и повторим те, что мы изучили ранее. Итак, база. Я. Я. Я и ты. Я, а ты. Мы оба. Мы оба. Мы обе. Мы обе. Он. Он. Он и она. Он, а она. Они оба. Они оба. Они обе. Теперь рассмотрим слова, которые вам могут понадобиться, такие как мужчина, муж, женщина, жена, ребенок, дитя. Далее в сумме они составляют что? Семью. Семья по-чешски будет? Родина. А чтобы сказать «моя семья», по-чешски это будет? Моя родина. Либо же «моя семья здесь». Моя родина є тады. Как вы поняли, слово «тады» обозначает «здесь». И теперь, например, чтобы сказать «я здесь», по-чешски нужно сказать «сем тады». Либо, если сказать «ты здесь», то есть добавляете просто «тады». «Си тады». Он здесь и она здесь. Он є тады, а она є тады. Как вы поняли, «а» – это соединитель, который обозначает букву «и» в русском языке. Далее. Мы здесь. Сме тады. Либо, чтобы сказать «вы здесь». Сте тады. И чтобы сказать «они все здесь». Всіхні сте тады. Чтобы спросить «вы из Европы?», по-чешски это будет «сте с Европы». «Вы из Америки?». «Сте с Америки?». «Вы из Азии?». «Сте с Азии?». Чтобы спросить «вам здесь нравится?». «Либи се вам тады?». Либо, если у вас спросят «вы здесь в отпуске?», по-чешски это будет «сте ту на доволене?». Либо, если вы гостеприимный человек и хотите пригласить человека к себе в гости, с которым познакомились, скажите ему «приходите ко мне в гости». «Прийдьте ко мне негди на навштеву». И, соответственно, вам нужно будет дать свой адрес. «Вот мой адрес». Тады мате мою адресу. Либо, если вы хотите спросить «мы увидимся завтра?», то по-чешски это будет «увидимся зитра?». «Сожалею, но у меня уже есть планы». «Мерзи мне то, але уж мам в плану нецо иного». И чтобы попрощаться с человеком, снова повторим слова прощания. «Пока» по-чешски будет «чау». «До свидания» по-чешски будет «насхледанов». «До скорого». Так затем. Ну что же, друзья, если вам понравился этот урок, то обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях тематику, на какую бы вы хотели видеть следующие уроки. Ну что же, друзья, а на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока. Друзья, переводите деньги через TransferGo. Это быстрый и надежный сервис с возможностью бесплатного перевода денег из Европы в Украину. А также получайте в подарок 360 гривен к своему первому переводу. Подробная информация и ссылка в описании под видео.